Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Юлия, вы на канале о рукоделии и путешествиях. И сегодня я подвожу итоги октября. У меня три готовые работы. Это жилет. Красивый, теплый, элегантный, можно сказать, классический. Кофта. Я называю это кофтой из остатков пряжи. И шапка. Шапка-ушанка. Ушанки сейчас вяжут все, и я тоже связала такую вот шапку-ушанку. Я иду по своему плану. У меня был план за осень связать 8 изделий. Вот это изделие как раз из этого плана. Мне надо посчитать, сколько я уже связала. Из 8, наверное, 4, может быть, 5. Но у меня еще впереди ноябрь, поэтому я еще надеюсь, что успею связать все, что запланировала. Несколько изделий у меня есть на спицах. Тоже сегодня вам покажу. Начинаю обзор с шапки. Я ее только закончила буквально вчера. Еще не постирала. Вот она в таком виде у меня. Классная, теплая. Это полумеринос. В чем необычность этой шапки? Потому что ушанки вяжут все. Я ее вязала единым полотном поперек, получается. Я начинала вязать от затылка. И вот так продолжала по всей вот так вот ее ширине, или как окружности, да, правильно будет сказать, вывязывая петли, добавляя, либо их закрывая. И вот таким образом у меня получилась вот такая вот шапка. Прикольный вариант. Рекомендую вам посмотреть видео. Там полный расчет и схема есть. Если вам интересно, то вы можете воспользоваться, она же есть и в сообществе, эта схема. Здесь все просто, единственное, что я тут схитрила, конечно, я обвязала крючком. Можно сделать айкорд, можно сделать китлевку, как все делают, но я уже тут просто быстренько обвязала столбиками без накида. Вот, хотелось мне быстренько закончить, поэтому я вот так вот крючочком быстро за полчаса все это сделала. Ну и шнурочки тоже крючком. Вот такая шапка. Классная, очень быстро вяжется, я буквально 2 вечера и готова. Ну, если бы вязала не только вечером, а целый день, то, в общем-то, за день можно связать шапочку. Вторая вещь октября – это жилет. Очень классный получился, такой классической расцветки, классической формы, немножко оверсайз, с большими разрезами, удлиненной спинкой. Это шерсть карпатская, очень распушилась после стирки. Я думаю, что повторная стирка еще красивее сделает эту пряжу и весь жилет. Что здесь, какие тут особенности? Ну, в принципе, никаких. Вяжется снизу вверх, сначала отдельно, потом объединяю в круг, вяжу по кругу. Косичка плоская, у меня есть отдельное видео по этому рисунку, по косичке. Ничего тут сложного, но очень здорово смотрится в этом цвете. Я думаю, вот это такой цвет какао. Я думаю, что и в сером будет здорово смотреться, и в каком-то ярком. Вот такая коса. Здесь она смотрится здорово. И она не выпуклая, не дает объема изделию. Из-за того, что она вот именно связана этим методом. Плоская коса или плоский жгут. Немножко спущенное плечо здесь. По бокам резиночка 2 на 2, она переходит из резинки, которая внизу, ну и потом обработка тоже резинкой 2 на 2. V-образная горловина, достаточно глубокая. Ну, в общем-то и все, все очень просто. Жилет связан лицевой гладью, спинка гладкая. Подойдет к любому образу. И к спортивному, и к деловому. И с белой блузкой будет торжественно, да, или по-деловому для работы в офисе. А с джинсами это будет тоже красиво. Можно и с спортивными брюками надеть. Тоже будет тепло. Потому что он из чистой шерсти, он очень-очень теплый. Третья вещь октября – это кофта. Именно кофта, я так ее и назвала. Очень теплая, объемная, согревающая меня сейчас дома, когда у нас не включено отопление. В общем, супер, я ее не снимаю. Вот как связала, так и ношу ее дома. Получилась очень уютная штука.
В принципе, как вязать, ну, сам метод, методика вязания, ее можно применять на любой кардиган, да, потому что тут реглан погон переходит в рукав. Не обязательно, конечно, использовать всякие остатки пряжи, как я это делаю. Это можно связать из одного цвета пряжи, используя просто этот метод вязания. Цель навязанная планка. Естественно, если вязать не такое огромное, как я вязала специально, чтобы укутаться и чтобы было тепло. Оно как прям, как шуба такая получилась. Кармашки здесь у меня. Ну, в общем, что тут рассказывать, тут и так видно, что такое что-то такое креативное, не всем понятное. Но мне очень-очень нравится эта вещь. То, что у меня получилось, я, в принципе, такое задумала, я такое хотела. И было оно у меня в планах. Вот это вот воплощение, такое воплощение моей идеи боха кофты для дома или для дачи. Все тут цветное, полосочки не совпадают на полочках, совершенно разные рукава, но в этом есть фишка. Так что я очень довольна этой штукой. Если у вас есть остатки пряжи, можно не сразу все вязать, просто собирать и довязывать, как плед. Также можно и кофту вязать. Я обычно так пледы тоже вяжу. Начинаю вязать, какие-то появляются остатки, там возвращаюсь, довязываю и так далее, и так далее. Вот у меня такая вот кофта. Значит, еще раз повторю. Цель навязанная планка, реглан погон, ну или просто погон, и от него ввязываются рукава. Ну, а потом все ровненько, пряменько, планочка вывязывается, и петли тоже вывязывают постепенно сразу в планке. Все изделия, которые я продемонстрировала в этом видео, они уже есть на канале. К ним есть описание в инфобоксе. Оставлю ссылки в инфобоксе, и в правом углу тоже можете перейти, посмотреть, если вам интересно. У меня еще есть одна работа, я ее практически закончила, немножко не успела обработать горловину и манжеты. Это такой то ли джемпер, то ли пуловер графитового очень красивого цвета. Я, по-моему, в обзоре где-то его уже показывала. Давно я с ним вожусь, вяжу его. Что тут интересного? Значит, тут интересная горловина, она будет вот такая вот V-образная и впереди, и сзади на спинке. По спинке здесь цель навязанные рукава а-ля летучая мышь, то есть они от основного изделия, от тела вывязываются рукава. И на спинке здесь вот такая вот штука вывязана на рукавах, естественно, на спине. И куда присоединяется вот эта вот часть рукавов от переда. В общем, вот так пояснила. Над чем сейчас работаю? Сейчас работаю над горловиной. Вот, мне ее нужно вот так вот обвязать. Так же, как вот здесь, чтобы было все в одном стиле. И сделать манжеты. У меня все очень сложно с пряжей. У меня осталось совсем немножко. Я, наверное, все вывяжу до последнего кусочка пряжи. Ну, получается прикольно, сложно объяснить, как это выглядит, все это показать вот так вот в разложенном виде, что это такое, но получается здорово. Я тут с ним работаю, потому что вяжу, перевязываю, сама увидела эту модель в фильме. Ну, естественно, как его в фильме особо не рассмотришь, его же не пощупать никак. И вот в процессе вязания распускаю, переделываю, чтобы было так, как я это себе представляю. Поэтому получается долго. Но результат мне нравится. Вот что будет, я думаю, что через пару дней уже я закончу и выложу видео вот с этим интересным джемпером, таким необычным. Я такой не встречала. Вот мне что-то не понравилось, я решила себе такой связать. На спицах у меня еще одно изделие, это лапопейса. Рисунок разработала сама, нарисовала, посчитала. В общем, вот такая интересная получается штука. Горчичный такой цвет, болотный, можно сказать. И такой невыбеленная шерсть. Это чистая шерсть Shetland Supreme. Вот я ее перемотала в 7 сложений. Основное тело будет белое, лапопейса будет вот сама такая желтая,
скажем так, желто-зеленая. Можно так сказать. Ну, получается, мне нравится, что получается. Такие осенние оттенки. Вижу на спицах 3,5. Пока что, наверное, потом, когда буду вязать просто тело, перейду на троечку. Сейчас 3,5. Горловина набрана на вспомогательную пряжу. Здесь эластичный набор. Потом сниму. В общем, вот так. Достаточно плотно здесь будет по горлу. Без ростка. Росток сделаю потом, после жаккарда. Ну, красиво. Считаю, что получается очень симпатично. Все снимаю. Все будет на канале. И рисунок тоже потом выложу в сообщество, если кому-то интересно и понравится. Его, в принципе, можно для себя доработать. Да, сделать меньше тут однотонного, добавить какие-то еще элементы. Этот рисунок позволяет здесь еще, допустим, добавить какой-то еще цвет. Или связать не обязательно в трех цветах, а добавить больше цветов. Ну, мне вот так нравится. Лапапейса у меня тоже было в планах на осень, так что я воплощаю их, продолжаю воплощать. И еще одно изделие очень хочу связать в этом месяце. Это вот такой махеровый джемпер. Это я сделала образец, спицы номер 3, махер с вискозой. Вискоза тут такая секционная, зеленый, желтый, там синий, какие-то такие секции. И вот такой красивый махер. Получается очень красивое полотно. Но я не думаю, что махеру нужна какая-то что-то, кроме лицевой глади. Мне кажется, что вот в глади и больше ему ничего не надо. Никакие рисунки я придумывать не буду. Наверное, вот так лицевой гладью буду вязать. У меня есть здесь 383 грамма. Но я не знаю, хватит или нет. Надо посмотреть, какой тут метраж. Мне кажется, что тут 500 метров. Если 500 метров, тогда хватит. Ну, в общем, вот такая красота. И еще хочу себе связать в этом месяце самый простой, самый обычный, вот такой серый джемпер на каждый день. Планирую сделать его с каким-то рисунком впереди, может быть, теневым, либо какие-то небольшие жгуты. Это просто обычная шерсть. Мне кажется, это лана, 80% лана, 20% полиамид, если я не ошибаюсь. Это New Mill, вот тут родная этикетка. 250 метров в 100 граммах. Тут у меня почти килограмм был. Но я, по-моему, что-то с нее вязала, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, хочу сделать себе обычный такой джемпер, который можно одевать под верхнюю одежду. Ничего особенного. Регланом сверху. Только единственное, что придумаю на передней части какой-то рисунок. Просто обычный серый будет джемпер. Вот такой у меня был октябрь. Надеюсь, будет очень активный ноябрь. У меня такие грандиозные планы на ноябрь. И я думаю, что все их воплощу в жизнь. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.